Мы докатились до Дублина, и наш поезд прибыл на Хьюстон Стейшн. Решили мы сегодня добраться до Дублина на поезде. Такая помятая после поезда. Не на машине. Потому что так проще, парковку искать не надо, да и дешевле. В общем, приехали на вокзал, сейчас делаем пересадку и поедем на Лоэсе, это наш трамвайчик. А едем мы в музей, в Дублинию, это историко-археологический музей. Он рассказывает об эпохе викингов и средневековье в Ирландии и в Дублине. Так, где вы? Так, нам в какую сторону? Давай, идем. Главное, детей не потерять теперь. Все? Все, доехали. Сейчас пешком минут 10, наверное, да? Пешком минут 10. Как мы удачно, да, дошли. Нам на ту сторону, мальчики, надо. Вон на светофоре. Нет, тут. Ах вы, давайте тут. Все, мы отправляемся в музей. Прямо на входе нас встречает викинг. В этом музее мы были. Ссылку на посещение я оставлю внизу в описании под видео. Если что-то сегодня будет интересное и неординарное, я тоже покажу. А пока мы стоим в очередь за билетами. Туалет это средневековый. Видишь? Заключительный этап посещения этого музея – подъем на башню Святого Михаила. Оттуда открывается красивый вид на город, но мы там ни разу не были на этой башне. Потому что сколько раз были в музее, столько раз эта башня была закрыта. В этот раз нам повезло. Восточный вид – самый красивый. Мы видим Крайстчёрч, вон там море. Море, конечно, не видно. Я вижу стадион Авива. Да, видишь Авиву? Стадион видно. Да, стадион видно. Порт видно, краны стоят. Ну и вот это самое главное, что видно отсюда. Из остальных окон вид так себе, по большому счету. Здесь плохо видно, потому что солнце в окна светит. Наш дом в ту сторону. Здесь Феникс Парк из этого окна чуть-чуть угадывается. Так, а это северный Дублин, северная часть, на северную сторону. Не самый красивый вид сюда, на северную сторону, но это самая старая часть Дублина, считается. Все, спускаемся. Посмотрели, спускаемся вниз. Какие мы шумные. Хорошо, что здесь никого нет. Так, все, мы выходим из музея. В кафедрал мы не пойдем или пойдем в кафедрал? Мы, наверное, в кафедрал не пойдем, там народу много. Не в этот раз. Все, идем гулять по Дублину. Вот так.
Дублин нас не колоколами встречает, а кареты скорой помощи. Это что такое? Это что такое? Да. Вышли из музея голодные и зашли в ресторанчик, называется «Зайтун». Здесь кебаб и шиш подают, готовят очень быстро. Мальчишки с куриным сидят, я говядину заказала. Так, мы едим и быстренько идем гулять. Самый фотографируемый угол, да, Темпл-бара. Мы находимся на улице Темпл-бар. Здесь обязательно все делают фотографии. Будем фотографию делать. Смотри, какая елка красивая. Вышли на Графтон-стрит. Здесь, конечно, нужно гулять вечером, когда огни новогодние зажгутся. Да. Кирюш, мы с такой коробкой... От 18 лет, Кирилл, ты ее не соберешь. А самая большая да, я понимаю, но таскать такую огромную, во-первых, коробку, которую тебе нужно будет помогать собирать... Нет, надо что-то по возрасту выбирать. Дети завернули у нас в магазин Лего. Так, тут все играют. Ой, давайте. Вокруг тут не пройти. Ну, сканируйся, все. Смотрите. Это что в этом Лего? Сканирует камера. Видишь, Кирилл, что есть в этом наборе? Они объемные 3D. Видишь, Кирюш? Здорово. Как нам теперь выйти отсюда, из этого магазина? Кирилл, я знаю, что там интересно внизу, но там столько народу внизу. Мы не будем стоять. Там очередь и в кассу, и везде. Кирилл хотел что-нибудь себе купить. Но я его отговариваю. Мы онлайн посмотрим, Кирюш. Большой магазин. Ну и народу много. Думаете, куда они идут? В Дисней. Мы на Графтон-стрит гуляем. Сейчас пока все магазины эти не обойдем. Детские. И не только детские. Да, вижу. Висит. Сколько? 800? This in Smith's this cost 890. It's the most expensive Lego set. It's so cool. I wish I had it, but it's expensive. Мальчики, пойдемте. Все, Кирилл, выходим. Хорошо, тебе он нужен? Ну все, здорово, не нужен и хорошо. Пойдемте. Ни на какой не хочу больше, Аня. Ни на первый, ни на второй. Ладно, идите это. Мама, мороженое! Можно мороженое купить? Нет, холодно, Кирилл. Магазин, тепло?
Идем в Браун Томас. Как не зайти в Браун Томас, если мы на Графтон Стрит находимся? Какой каблучок красивый. Вон все вонючки можно перепробовать. Да. Да? Вот, это мне нравится. Что это такое? Это Old. 20% скидки. Ой, я не люблю магазины вообще, совсем. Поэтому, если покупаю, то только что-то покупаю онлайн. Вообще, мне надо щупать, трогать, нюхать. Я уже все знаю, мне кажется, и покупаю так. О, это где? Это сзади нас. Сзади нас. Смотри, какая елочка, Аня. Да? Интересно. Симпатичная елочка. Мы начинаем движение в обратную сторону. Идем на ближайшую остановку Луэс, чтобы сесть на трамвай и доехать уже до железнодорожной станции. Кирюш, нам дальше. Идем мимо Тринити колледжа. Так, нам туда. Мы идем сейчас по центральной, улице. Сейчас на Оконнелл выйдем. Да. Идите побыстрее. Кирилл, смотри, какая елка красивая. Елку не видно. Елку-то не посмотрели. Смотрите, какая елка-то красивая. Я покажу елку. Смотрите, какая тут елочка красивая. Настоящая, между прочим. Настоящая, Аня. Где они такую елку красивую нашли? Я сюда, в этот банк Вайланд, ходила, сдавала наличку. Из Фитцпатрика приходила, спускалась в подвал. И там, значит, в специальном помещении меняла на мелочь для кассы. Ну вот мы на Оконнелл дошли до этой улицы. Там впереди знаменитый шпиль Дублинская игла. Видите, возвышается. Не знаю, мы, наверное, до нее не дойдем. Вот она, игла. Дублинская, отсюда ее хорошо видно. Так, я успею. Я на светофор не успела. Так, наш Луас прибыл. Полный. Ну, нам недалеко ехать. Все, пойдемте. Все, последний отрезок пути нам остался. Приехали мы на вокзал Хьюстон на Луэсе. Сейчас садимся в поезд. Пойдемте.
Ой, как тепло. Все замерзли. Садимся в поезд и едем домой. Это большой. Да. Сейчас надо найти местечко, где посидеть, чтобы поезда дождаться. Потому что мы рано приехали. Мы развлекаемся в ожидании нашего поезда. Ладно, молодец, все равно.